ребята, сегодня такая прекрасная погода, и к нам пришла одна замечательная идея. Здравствуйте, а что это вы тут делаете? А мы решили покататься по городу. А, по городу, ну ладно. Ой, стоп! А ПДД вы знаете? ПДД? Ну да, ПДД. Нет, а что это такое? ПДД расшифровывается как правила дорожного движения. И сейчас я вам о них расскажу. Это светофор. Он имеет три цвета. Красный – значит стой. Желтый – значит внимание. А зеленый – значит можно двигаться дальше. Еще есть светофор для пешеходов. Они почти похожи. Но только тут нет желтого цвета. Еще есть переходы, на которых нет светофора. Они называются просто пешеходный переход. В таких местах дорогу нужно переходить внимательно, смотря по сторонам. Сначала нужно посмотреть налево, а потом направо. А если вы передвигаетесь на самокате или на велосипеде, то необходимо перейти дорогу, ведя ваш транспорт сбоку. Также пешеходные переходы бывают подземными и надземными. Вот так они выглядят. Теперь вы знаете правила дорожного движения. Ура! Мы будем гулять, соблюдая все правила. А я, пожалуй, с вами погуляю, заодно и разомну свой пропеллер. До новых встреч, друзья!